Хорошо, теперь низ чуть-чуть, вот Евгений Яковлевич показал. Давайте мы чуть-чуть низ закачаем. Что вот это дает? Это качает у нас низ в некотором роде. Вот такая вещь, она грудовая. Ну, повишку мы пробуем опять же. Четкий алгоритм входа в повишто-канасу. Ну, можно, кстати, вот если действительно вы чувствуете там что-то с поясницей, вот так как любо, пробовать подставлять что-нибудь. Кирпичик, оно может здесь помочь. Или вот, вот эту вещь, то есть вам дает некий угол уже более, ну, вы косинус угла немножко изменяете, при прямой нет, это спина еще больше. Еще больше. Вот. И отсюда пробуем. Да. Вот отсюда. Нет, все равно там поясница пощелкивается. Еще раз. Вот. Может быть, даже имеет смысл выше опору, там, типа со скамеечки пытаться делать. Но контролировать поясницу, чтобы не было потом проблем. То есть вот вы идете, вот движение. Вам нужно дать угол прямой. И стопы держать параллельно. И отсюда пробуем. И вот с прямого угла носочки только держим вертикально. И вот мы уходим. Вот мы уходим животом. Вот движение, живот вперед. И вам нужно ощутить тяги. Вот приблизительно. От пяточки куда-то в пах. Ну, где-то больше, где-то меньше. Вот это оно начнет работать. Тогда вы будете входить в уповишку. А не просто сгибание в поясничном отделе. А дальше уже косинус, вы знаете функцию косинуса, у вас будет по мере ухода, вам будет все легче и легче и легче. То есть этот косинус будет почти вертикально потом падать. Ну, видите, синусоиду, да? Когда косинус стремится к нулю, косинус нуля равен чему? Единице. И вот ваша функция. Нет, нет, спина, спина. Ну, я потом другую покажу, коллег, как классно, потом он будет пытаться. То есть и вот вы, вот он. И сидите, вот. Сегодня у вас это положение, завтра вот, вот, вот. Ровно спину, и грудь раскрыть, грудное тело, грудное, еще больше. Спину включи, включи спину, носочки на себя. Еще носочки на себя, зацепиться. И поясницу держать. Угу. Держим. Угу. Грудь. Закрыть. Грудное тело. Вот. Вот. Вот эта грудь раскрыта. И вот отсюда уходишь вот, вот этой точкой. Видишь, вот ты берешь почки и попов. Видишь треугольник? Возьми в сознании почки и треугольник. Видишь его? И толкаешь его вперед. Видишь, я сразу раскрыл где-то за. Вот это тут. Голову не пускай. Вот отсюда. Вот отсюда. Вот отсюда. У тебя движение должно быть вот этих точек. Вот они. Можешь руки туда, пальцы ставить, все что угодно. Вот эти точки будешь. Чтобы у тебя началось двигаться здесь. Потому что вот, смотри, у тебя движение. Вот ты сидишь. Какой у тебя? Вот нет, сколько. Вот ты спиной пошел. Вот и делаешь. Вот он, все. Вот он стал. Но он стал за счет того, что ты носочки оттянул. Видишь, ты у тебя раз и ноги двинулся чуть-чуть. Вот таз работает, таз работает, таз работает. Смотри сюда. Вот сейчас поставишь эти точки. Смотри, вот стал. Вот точки, видишь? Вот ноги. Смотри движение. Видишь? А у тебя идет движение вот, а дальше вот. То у вас выходит спина вот здесь вся напряжена. Но она не напряжена, она в тонусе. Вот. То есть спину вам нужно накачать, то есть постепенно вы ее укрепляете. Да, здесь мощные структуры вот здесь находятся. И, как правило, слабое звено вот здесь у публики, которая сидит целый день.
где-то там, в офисе, в мягком кресле, расслабляя ягодицы. Здесь вы вот уходите. Опа, 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 опа. Вот. И тогда у вас начинает, да, у вас пропорционально сила здесь соответствует силе. Она уже начинает это открывать. Если в лоб не идет, вы можете потом добавлять, да, наклон на другую, на одну ногу приоритет, да, на другую ногу пошел приоритет. Только стопа держится вертикально. Это симметричная упавиштхаханасана, да, теперь отсюда уходит джамушаршасана, вы более, вот вы, раз, убрали ягодицы, отстроили таз, вот мы на одну ногу вошли, на другую ногу вошли. То есть вы вошли в центральную, как бы симметрично. Постепенно вы как бы, да, таз чуть-чуть надо там подстраивать, таз. Сейчас как раз вот такая погода, которая позволяет, мы хорошо разогрелись, даже у повишна, ну, сразу как-то дастся классно. Да. Вот можете, вот Андрей, вот использовать эту штуку. Но важно, чтобы он правильно делал. Да, вы можете себе помогать этим, но вот, правильно делать. У тебя правильная структура, ты не можешь, но ты мышцы подпускаешь, а потом гравитация. Нет, сейчас включаешь уже в конце спину. Вот движение, вот движение. Вот ты как взял себя и вожжами толкаешь, потолкаешь пупок вперед. Пупок туда вперед. Пупок. О, пупок дальше. Вот так, да. Оно, оно, оно. Как бы ногу на себя тянешь. Не спину сгибаешь, а ногу на себя. Толкая туда живот к бедру. Вот оно. Туда широчайшие мышцы спины. Включай грудь, раскручивай чуть больше. Нет, грудь раскручивай.